Всем добрый вечер. Меня зовут Сергей Багрей. Я менеджер-аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Напомню, для того, чтобы вы смогли задавать мне вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. А в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alpari.ru, благодаря которой вы получите ряд преимуществ и полный доступ ко всем сервисам компании Альпари. Тема нашего семинара – анализ текущей рыночной ситуации на основе уровня Фибоначчи. Мы с вами сегодня проведем анализ по основным валютным парам и металлам, но в конце семинара, как обычно, можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Итак, вижу реакцию, вижу ваших плюсиков. Ну что ж, меня хорошо слышно, хорошо видно. Пора начинать. Приступим. Обзор сегодняшний начнем с валютной пары евро-доллар. Этим самым попрошу открыть график валютной пары евро-доллар. Ну и в очередной раз озвучу правила анализа, правила данной торговой стратегии. Во-первых, наша задача состоит в том, чтобы определить волны импульса и коррекции. Именно поэтому мы с вами берем в расчет как минимальные цены, так и максимальные цены каждого дня. После чего мы с вами сумеем определить уровни коррекции, уровни входа и выхода из рынка. Ну и с помощью линии Фибоначчи мы уже сможем определить точные уровни входа и выхода из рынка. По валютной паре евро-доллар тренд медвежий однозначно. Пока что никаких сигналов о развороте я не вижу. Еще на прошлой неделе, в четверг, 22 декабря, быки попытались сменить направление рынка, но им это не удалось. Обратите внимание на то, что в четверг, 22 декабря, быкам удалось обновить максимум 19 октября. Это уровень, с которого началась последняя медвежья волна. Но учитывая то, что день закрылся ниже максимальной цены 19 декабря, мы с вами получили подтверждающий сигнал о том, что тренд все еще остается медвежим. Как видите, я в рынке на sell с уровня 1.0455. Стоп-лосс выставлен выше волны импульса, выше уровня 1.0550. Открыть ордер на продажу мне удалось на основе предыдущей волны, которая началась с максимум 15 декабря и завершилась на минимум этого же дня 15 декабря. Вот уже на протяжении около одной недели валютная пара все еще торгуется против нас. Пока что все еще продолжаем оставаться в рынке. Но учитывая то, что пока что никаких сигналов о развороте нет, мы с вами продолжим торговать по медвежьему тренду. Тем, кто опоздал, тем, кто не сумел открыть ордер на sell, рекомендую рассмотреть продажи только при преодолении уровня 1.0415. Наша цель расположена по цене 161, по цене 0.2, 1.0200, цель 161.8 по расширению Фибоначчи. Далее рассмотрим валютную пару британский фунт доллар США. Ну что ж, все и так видно, все и так понятно. Тренд по-прежнему медвежий. Тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с понижением. Я в рынке на sell, стоп-лосс в моем случае выставлен в положительную зону. Так что даже если вдруг валютная пара развернется, как минимум я сумею выйти с рынка с профитом. Пусть с небольшим. У меня открыт ордер на sell по цене 1.2470, а стоп-лосс выставлен по цене 1.2315. Так что как минимум 155 пунктов я уже себе заработал. Но все-таки хотелось бы зафиксировать прибыль именно по take profit, поэтому я надеюсь на то, что в ближайшие дни, в ближайшее время мы с вами увидим достижение уровня take profit. В пятницу нам с вами не хватило буквально пару пунктов. Я ожидал снижения до уровня 1.2210, но минимум пятницы был на уровне 1.2227. Вот примерно около 20 пунктов нам с вами не хватило для того, чтобы ордер был закрыт по take profit. Сегодня, несмотря на то, что в первые половине дня валютная пара торговалась с повышением, сейчас валютная пара начала вновь торговаться с понижением.
Ну и, скорее всего, все-таки мы с вами увидим продолжение тренда, увидим снижение фунта по отношению к американскому доллару. Что касается актуальной медвежьей волны, она началась с максимум пятницы, завершилась на минимум пятницы. Эту волну мы с вами выделим красным цветом. Сегодня рекомендую рассмотреть продажи опоздавшим только при преодолении уровня 1.2260. Сегодня, кстати, медведи уже пытались преодолеть этот барьер, но, как видите, на этом уровне, на этой отметке медведи встретили поддержку. Со стоп-лоссом выше максимальной цены пятницы, выше уровня 1.2310. Размер стоп-лосса всего лишь 50 пунктов. Ну а цель я вам уже озвучил. Ждем как минимум снижение до уровня 1.2210. Далее. Доллар США, швейцарский франк. По валютной паре доллар США, швейцарский франк. Торги в последнее время ведутся в боковом диапазоне. Как видите, актуальная бычья волна началась с минимум 15 декабря и завершилась на максимум этого же дня 15 декабря. Вот уже на протяжении одной недели, даже чуть больше, валютная пара, как видите, торгуется в боковом диапазоне. Ни быкам, ни медведям не удалось выйти за пределами этого диапазона. Пока что, как видите, ни максимум, ни минимум 15 декабря не были преодолены. Но учитывая то, что тренд остается бычьим, учитывая то, что мы с вами пока что не получили никаких сигналов о развороте, скорее всего мы с вами увидим укрепление доллара по отношению к франку. Этим самым рекомендую рассмотреть покупки только при преодолении уровня 1.0270. Это как раз и есть уровень, при достижении которого состоялась коррекция на 50%. Стоп-лосс рекомендую выставить за пределами волны импульса ниже уровня 1.0180. Размер стоп-лосса 90 пунктов. Ну и что касается цели, жду как минимум рост до уровня 160.8 по расширению Фибоначчи. Ожидаемая цель 1.0460. Уровень, при достижении которого мы с вами получим прибыль в два раза больше, чем размер стоп-лосса. Идемте дальше. Рассмотрим валютную пару. Доллар США, японскую иену. Я в рынке на бай по тренду. Тренд бычий. Пока что никаких сигналов о развороте нет. Пока что я в просадке. Открыть ордер на покупку мне удалось по цене 117.80. Сейчас валютная пара торгуется по цене 117.15. Просадка примерно составляет 65 пунктов. Стоп-лосс выставлен ниже минимальной цены 19 декабря, ниже уровня 116.40. Также обращаю ваше внимание на то, что актуальная бычья волна началась с минимум 15 декабря и завершилась на максимум этого же дня 15 декабря. Коррекция состоялась в день 16 декабря на 50%. И вот как раз при достижении уровня 117.80 нужно было покупать. Мне, конечно, сперва удалось открыть ордер на бай, но после того, как валютная пара ушла против, то в итоге я получил стоп-лосс. Со второй попытки мне удалось также открыть ордер на покупку по цене 117.80. И, как видите, пока что я все еще продолжаю оставаться в рынке. Пока что в просадке, но в ожидании роста доллара по отношению к японской иене. Будем ждать рост до уровня как минимум 100 по расширению Фибоначчи. Ожидаемая цель 120.40. Мы с вами провели обзор по основным четырем валютным парам. Нам с вами осталось провести анализ по последним трем валютным парам, после чего, конечно, мы с вами рассмотрим и металлы, золото и серебро. Я бы хотел убедиться в том, что никаких вопросов нет. Как обычно, буду ждать вашу реакцию, ваших плюсиков. Пока вы напишите свои вопросы, пожелания, если, конечно, они у вас есть, я вам покажу отчет своих сделок. Давайте мы с вами также заодно рассмотрим открытые позиции и
посмотрим, какой у нас результат. На данный момент баланс счета с учетом закрытых ордеров составляет 12 071 долларов. С учетом открытых ордеров чуть больше, как видите, плавающая прибыль составляет около 7 долларов. Сегодня был закрыт ордер по австралийцу, по стоп-лоссу, но с положительным результатом. У меня был открыт ордер на продажу по цене 0.72.40 и при возврате, при развороте к уровню 0.7200 ордер был закрыт с положительным результатом, и тем самым мне удалось заработать плюс 40 пунктов. Также в пятницу, 23 декабря, мне так и не удалось закрыть ордер по тейк-профиту по канадцу. Не хватило буквально 5-10 пунктов, не больше. Но все-таки этих пунктов нам с вами не хватило для того, чтобы закрыться по тейк-профиту. Так что при развороте ордер был закрыт по стоп-лоссу, но опять же с положительным результатом. Плюс 103 доллара и 59 центов. Итак, вижу реакцию, вижу ваших плюсиков. Ну что ж, вопросов нет, идемте дальше. Рассмотрим валютную пару. Австралийский доллар, доллар США. Итак, как я вам говорил, по валютной паре австралийский доллар, доллар США. У меня был открыт ордер на sell по тренду, но ордер был закрыт по стоп-лоссу с профитом плюс 40 пунктов. Что касается текущей ситуации, обращаю ваше внимание на то, что актуальная медвежья волна началась в день 22 декабря и завершилась на минимум пятницы 23 декабря. Рекомендую рассмотреть продажи только при преодолении уровня 0.7195. Такой цены сегодня было, вот даже в этот же час такой цены было. Я не успел выставить отложенный ордер, поэтому я прямо сейчас выставлю sell limit по цене 0.7195. Ну и при развороте, при достижении этого уровня у меня откроется ордер на sell по тренду. Со стоп-лоссом выше максимальной цены пятницы. Выше волны импульса, выше уровня 0.7230. Размер стоп-лосса 35 пунктов. Олеся просит евро и иену рассмотреть. Ну что ж, Олеся, если, конечно, нам с вами сегодня время позволит, рассмотрим и валютную пару евро-японскую иену. А пока что идемте дальше, рассмотрим валютную пару новозеландский доллар, доллар США. Я в рынке на sell. Открыть ордер на продажу по тренду мне удалось по цене 0.6905. Тренд все еще медвежий. Пока что никаких сигналов о развороте нет. Так что мы с вами продолжим торговать по медвежьему тренду. То, что касается актуальной медвежьей волны, она началась с максимум 21 декабря и завершилась на минимум пятницы 23 декабря. Опоздавшим рекомендую также рассмотреть продажи только при достижении уровня 0.6905. В принципе, такой цены есть, так что те, кто все еще планирует торговать по тренду, все те, кто все еще планирует открыть ордер на sell, уровень 0.6905 был достигнут, так что можете рассмотреть продажи и открыть ордера по тренду. Со стоп-лоссом выше волны импульса. Выше уровня 0.6960, размер стоп-лосса 55 пунктов. Мне также удалось открыть ордер на sell по цене 0.6905, правда, на основе предыдущей медвежьей волны, но тем не менее, цены одинаковые, уровни одни и те же. Будем ждать снижения австралии, то есть новозеландского доллара по отношению к американскому доллару, как минимум до уровня 161.8 по расширению Фибоначчи, цена 0.67.80.
Ну и что касается последней валютной пары, это доллар США, доллар канадец. Валютная пара, которая развернулась, валютная пара, которая мне так и не дала возможность закрыться с профитом по тейк-профиту. Как видите, я ожидал рост до уровня 1.3560, а максимум пятницы был на уровне 1.3556. 4 пункта не хватило для того, чтобы ордер был закрыт по тейк-профиту. Этого нам с вами не хватило, так что при развороте ордер был закрыт по стоп-лоссу, но с положительным результатом. Тренд все еще остается бычьим. Медведи, конечно, сегодня дали о себе знать. Медведям уже удалось обновить минимум пятницы. Обращаю ваше внимание на то, что актуальная бычья волна началась 22 декабря и завершилась на максимум пятницы 23 декабря. Эту волну мы с вами выделим зеленым цветом, чтобы всем было понятно то, что тренд все еще остается бычьим. Заодно рекомендую рассмотреть покупки только при преодолении уровня 1.3505. Я также выставлю buy-stop по цене 1.3505. Так что при преодолении этого уровня у меня ордер откроется на покупку по тренду. Со стоп-лоссом ниже волны импульса, ниже уровня 1.3450. Размер стоп-лосса 55 пунктов. Ну что ж, это по крайней мере то, что касается канадца. Ну и заодно давайте мы с вами растянем расширение Фибоначчи, определим цели, определим уровни, при достижении которых нам с вами нужно будет фиксировать прибыль. Итак, будем ждать рост доллара по отношению к канадскому доллару до уровня 160.8 по расширению Фибоначчи. Ожидаемая цель 1.3620. Ну и давайте мы с вами рассмотрим последние два инструмента. Это металлы, это золото и серебро. Что касается металла золота, я все еще в рынке. Открыт ордер на sell по цене 1134. Вот уже на протяжении одной недели, даже чуть больше, металл торгуется в боковом диапазоне. Ни медведям, ни быкам не удалось выйти за пределами актуальной медвежьей волны. Она началась с максимум 15 декабря и также завершилась на минимум этого же дня. Стоп-лосс рекомендую выставить выше максимальной цены 15 декабря. В моем случае стоп-лосс выставлен по цене 1147. Размер стоп-лосса 140 пунктов. Что касается цели, жду снижения золота до уровня 160.8 по расширению Фибоначчи. Цена 1110. Размер тейк-профита 240 пунктов. Ну и заодно тем, кто еще не успел, не сумел открыть ордер по тренду, но все еще планирует торговать по тренду, уровень 1134 был достигнут сегодня, так что при достижении вновь этого уровня рекомендую открыть ордера на продажу по тренду. Ну и что касается металла серебро, я в рынке на sell с профитом сейчас. Открыть ордер на продажу мне удалось по цене 15.93. Сейчас металл торгуется по цене чуть ниже, 15.73. Стоп-лосс выставлен выше максимальной цены 16 декабря, выше уровня 16.28. Ну и что касается цели, как минимум буду ждать снижения металла до уровня 160.8 по расширению Фибоначчи, цена 15.15. Так что нам с вами необходимо будет набраться терпения и дождаться продолжения тренда. Хочу также обратить ваше внимание на то, что торгуя по данному методу, сделки в основном остаются в рынке на протяжении нескольких дней. Очень редко, когда нам удается закрыть ордер в тот же день, когда мы с вами открыли ордер. Обычно сделки остаются в рынке на протяжении двух, трех, иногда даже на протяжении одной или даже двух недель. Ну и давайте мы с вами рассмотрим последнюю валютную пару, евро-японскую иену. И на этом мы с вами завершим сегодняшнюю трансляцию.
Олеся, что касается валютной пары евро-японская иена, тренд все еще остается бычьим. Несмотря на то, что в последние несколько дней валютная пара в основном торгуется с понижением, тренд все еще остается бычьим. Обращаю ваше внимание на то, что актуальная бычья волна началась с минимум 8 декабря и завершилась на максимум 15 декабря. Коррекция на 50% состоялась при достижении уровня 122.50. Открыть ордер на покупку нужно было по цене 122.50. Такой цены было на протяжении всей прошлой недели, такой цены было и сегодня. Так что те, кто планировали торговать по тренду, уже получили возможность открыть ордер на бай. Сейчас все еще продолжаем оставаться в рынке, но с просадкой. Просадка небольшая, примерно 13 пунктов. Так что будем ждать рост евро по отношению к японской иене. Стоп-лосс ниже волны импульса, ниже уровня 120.70. Размер стоп-лосса 180 пунктов. Ну а что касается цели, я растяну расширение Фибоначчи на основе актуальной бычьей волны и волны коррекции. Ну а волна коррекции завершилась на минимум 19 декабря. Итак, будем ждать рост как минимум до уровня 160.8 по расширению Фибоначчи. Наша цель 126.80. Ну что ж, у меня на этом все. Мы с вами провели анализ по основным валютным парам и металлам. Мы с вами также рассмотрели кросс-курс, валютную пару евро-японскую иену. Продолжаем находиться в рынке, продолжаем торговать по тренду. И мы с вами обязательно добьемся ожидаемых, то есть положительных результатов. Олеся пишет, а почему волна импульса с 8, а не с 14? Олеся, еще раз обращаю ваше внимание на то, что о другой волне импульса идет речь только тогда, когда предыдущая волна импульса будет преодолена. Вот обратите внимание. По валютной паре евро-японская иена предыдущая волна завершилась на максимум 8 декабря. Вот только после чего этот максимум был преодолен, можно было говорить о том, что на рынке появилась новая бычья волна. Но нам с вами ведь нужно понимать, что новая очередная бычья волна началась после того, как завершилась коррекция на основе предыдущей волны импульса. И вот как раз коррекция завершилась на минимум 8 декабря, уровень, с которого начался рост и началась актуальная последняя бычья волна. Так что я надеюсь на то, что мне удалось ответить на ваш вопрос. Ну что ж, будем прощаться. Следующий семинар состоится завтра в 10.00 по Москве. В это время, как обычно, мы с вами проведем семинар на тему «Ежедневные торговые идеи. Секреты внутридневной торговли». Ну что ж, с вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер аналитик официального партнера компании «Альпари» в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, хорошего вечера, удачи во всем, берегите себя. До скорой встречи, до свидания.